Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и я хочу рассказать вам про обновление 1.13 World of Tank. Как бы она для меня долгожданная, потому что, как бы, типа, в кавычках, нерв фугасов, добавление ББшек карте. Такое, короче, дело. Не очень мне по нраву вот это все, но поиграл. Первое мнение, мне понравилось, как бы, то, что происходит. То, что бронированная техника в лоб фугасом, иногда нет пробития. Ну, конечно, если танк бортом едет, у бабахи всегда фулочка, всегда. Никакие катки вас не спасут и экраны. Потому что 230 пробития, ну, бабаха все пробивает. Арте добавили ББшки. Это очень плохо. Когда у арты есть ББ, ну, сейчас, конечно, куча придурков пробуют, играют на фугасах, которые наносят 150-300 урона. Когда они прочувствуют урон на 700, на 800, то будут все на ББшках играть. И мне кажется, турбачи продолжатся и еще быстрее начнут заканчиваться бои, потому что будут все лететь вперед, то что нет смысла стоять. Если ты будешь стоять, то ты понимаешь, что арта сведется на тебя и прилетит тебе большой урон просто. И, ну, вот ты 8 уровень, 2 плюшки, ты в ангаре, все, за минуту. Но если там 3 арты в бою, ты просто исчезнешь за секунду. Отдельный разговор про ЛТ, это вообще, я не знаю. Теперь ЛТ будут исчезать не за 30 секунд после начала боя, а за 10. Потому что никакие катки, никакие колеса вас не спасут. Потому что фугас теперь пробивает сквозь катки гусеницы и экраны. Но есть большой плюс, это нет разброса осколков. Не забудьте выучить у командира перк под названием «Звуковая разведка». Полезен не для всех танков. Если у вас танк ездит со скоростью 20 км в час, то это бесполезный просто перк. Вы просто не успеете съехать с места. А трассеры сделали настолько яркими, что и так понятно, откуда кидает арта. Через сколько, то есть через сколько прилетит ваш снаряд. Этот перк подходит для танков быстрых, для ЛТ. Мне очень понравилось, когда я на Эбере стоял в кусту, и у меня прилетел снаряд, а я успел отъехать. Как бы оно мне проинформировало, и я уехал с того места. Апнули, конечно, еще десяток танков. Это вы можете узнать на портале World of Tank. Ну, я рассказал сугубо о том, что мне понравилось. Это лично мое мнение. У каждого свое мнение. Спасибо, кто меня слушал. А сейчас посмотрите нарезку моей игры с новой обновой. Вангер, здравствуйте. Свет, можно? Ну, свет. Ты шел-то, дятла. На! Первый урон, 808. Угу. Ну, неплохо, неплохо. 300. 400 урона. Вот. Ну, давай, стреляй. Хорош. Ой, подставил, взял щечку. Угу, блин, не-не-не-не, не поведусь, не поведусь. Лись, блин, я протупил. Восемьсот. Все. Жесть, пацан поиграл. Тысячу 900. Нихуя не пойму, где бабаха. Там Левандовский уже. Я все-таки дождался ее. 528. Неплохо, неплохо, кстати, неплохо. Это не 700. Сейчас, сейчас, сейчас мазу тяну. Не пробил. Угу.
О, сейчас бы дал бы на фулочку. Давай еще раз так сделай. Сейчас он откадашится, еще раз так сделай. На, косарь 700. Не, ну приятно, в лоб не щется так сильно. У них смена, что ли, этих? Оп, такой. Вась, Вась, что твоя смена подошла такой? Наверное, надо сменить. Да, давай поменяемся. Порезали арту, конечно. Да на картонной технике фиг поиграешь. Чувак, к успеху шел. Арт, арт, арт. Прикольно, жесть, прикольно. Ух ты ж, блин. Братан, не могу. Ах ты ж, сука. Ебать, сука, батька сточил воду, сука. На картофель, наверное, пошла вся. Не, прикольно сделали. Нихуя себе. В смысле, скорбь закинул оттуда, что? Блять, как охуенно, что показывает, что арта кидает. Ростик, дурак. Давай помогу тебе. Хорош, хорош, хорош. Ай-яй-яй. Спасибо, Рост. Красава. Помог так помог. С полувертухи попал. Места. Ах ты ж крыса конченая. Да ну нахуй, откуда? Блять, не пробил, блять, как мне повезло. Блять, 9 хп. Арта что на центре делает? Что это такое? Что это такое? Ебануться. Сколько пробития не хватает, сука. Сука, фуловый, господи, в топе, блядь. Оно стоит, сука, блядь. Ебать. Да, стабилизацию сделали им. Более-менее стал-то. Так что он еще и фармит этот танк, что ли? Вау, я попал. Батька я натрахают просто. Господи. Только что сделали Каену, понял?
Сколько получается? 13 хуёв в рот ему сунули. Кто он после этого?